Брунч в поисках. Он ищет чемодан, в котором спрятаны наркотики. Это его работа. Брунч – служебный пес. Он трудится в калининградской таможне. Собака молодая, собаке 2 года. Мы только прошли обучение этим летом и заступили на службу после того, как нам выдали документы, соответствующие подготовке. Собака учится и работает, повышает свою квалификацию каждый день на службе, на занятиях тренировочных и в процессе работы. Служебные собаки не всегда молодые, иногда встречаются и со стажем. Это Юша, ей 12 лет, несмотря на свой значительный возраст. Она служит в Домодедовской таможне и готова служить еще долго, искать наркотические средства и валюту. Задача кинолога не только обучить свою собаку поиску, но и время от времени подтверждать квалификацию питомца на соревнованиях и чемпионатах. Такие состязания проходят сейчас на стадионе Литвинова. Это чемпионат таможен непосредственно подчиненных ВТС России по многоборью кинологов. Открыл его полковник таможенной службы Алексей Черкавский. Сегодня перед нами в строю стоят лучшие специалисты-кинологи, таможен непосредственно подчиненных ВТС России со своими четвероногими друзьями. Я поздравляю вас с началом соревнований. Эта неделя будет для вас напряженной. У вас будет возможность показать все, чего вы достигли, показать все навыки ваших собак. И чемпионат таможенных органов по многоборью со служебными собаками на приз генерал-майора таможенной службы Евгения Николаевича Чухарева объявляется открытым. В качестве наблюдателей на соревновании прибыли представители Генеральной таможни Республики Куба. Estamos muy agradecidos y ha sido un honor estar aquí y participar en un evento tan significativo como este. Большое спасибо за приглашение. Для нас большая честь принять участие в этом мероприятии. Queremos sacar toda la experiencia posible de este evento. Мы получим всю информацию интересную, которую можно только здесь получить на этом мероприятии. Y llevarla a Cuba. Para desarrollar esta especialidad también. И будем использовать это на Кубе и развивать в дальнейшем наше сотрудничество. Чемпионат проходит по всей России, от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Северо-западное таможенное управление, Уральское, Центральное таможенное управление, Поволжское таможенное управление. Все проводят чемпионат, отбирая лучших специалистов-кинологов, которые будут представлять, участвовать в чемпионате, посвященных генерал-майору таможенной службы, нашему отцу, незабываемому Чухареву Евгению Николаевичу. Чемпионат проходит всю неделю. В нем принимают участие кинологи со служебными собаками Внуковской, Домодедовской, Шереметьевской, Калининградской таможен, а также Центральной таможни Кинологического центра ФТС России. Собаки демонстрируют свои навыки в упражнениях по поиску наркотических средств, денег и оружия в багаже, помещении, грузовом и легковом транспорте. Отдельная дисциплина – послушание. Награждение победителей состоится уже в эту пятницу. Анна Наприенко, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.